Kommt man wieder hin. Das Entschuldigung, wenn wir gerade eine Schwanze haben, dann muss man das auch denken. Wieder noch, dass wir dann so ein bisschen durch die Frage des Stages machen. Специально сделали браслетики в этом году вот про время, чтобы вы замечали этот момент и ценили, да, отличали важное, неважное, ты хорошо сказала. Я сейчас вспомню. В общем, мы когда выбирали браслетики, мы увидели вот эти браслетики, мы подумали, что это наш символ этого года. Последние годы, наверное, каждый из вас почувствовал какие-то изменения в своей жизни, и мне с многими друзьями, когда лично разговариваем, мы слышим одни и те же схожие вещи, созвучные, что все начали ценить встречи, время, проведенное вместе. И мы очень ценим каждый раз, когда вы приходите к нам, приезжаете, прилетаете, пишете свои восторженные слова с ожиданием встречи, и мы действительно с трепетом каждый раз ждем вас. И нам очень также приятно, что мы видим очень много новых людей. Дальше не будем отвлекать по программе. Завтра у нас маленькое изменение по пению. Да, завтра у нас небольшая замена. Таня Растилова не сможет приехать в этом году. Вместо нее на пении будет Марина Ирниденко, Киров. Ну, все по плану. После дневной мелонги будет пение. А сейчас также по плану у нас будет угощение. Да, национальная выпечка, если вы еще не пробовали, то у вас сейчас будет шанс попробовать. И диджей сегодняшней мелонги Александр Шевцетинов. Давайте еще скажем огромную, вот выразим огромную благодарность Сергею Попову, потому что он прекрасно разбирается с этим очень крутым пультом и следит как настоящий звукорежиссер, и я думаю, что это достойно отдельных аплодисментов других. Ну, значит, мелодия продолжается. Вы готовы немножко отжечь? Ну, позже, я понял. Сейчас для вас звучит Хуан Лоренцо, но не такой, чтобы немножко пообщаться. Всех приглашаем на танцпол с прекрасного вечера.